Я хочу заманить сюда русалок. Черт, не может быть. Смотри, кровь накапала, как будто это скелет. Черт, забери меня. Я должна ее достать. Лина, посмотри, у тебя нога сломана. Очень больно, что-то под коленкой. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор еще не подписан. Ставь лайк и нажимай колокольчик. Прямо сейчас мы приехали к озеру, где по старинному поверью люди говорят, что там живут русалки, ну или как их называют, сирены. Попробуем сейчас их там призвать. Нам нужна третья кукла, третий скелет. Подожди, шары ты взяла? Да. Ребята, в предыдущем видео мы нашли вот такие вот шары с изображением инь-янь. У меня было видение, мы должны обменять эти шары на третий скелет. Ну а вообще мы ищем ключи, 10 ключей и 10 масок призраков для того, чтобы спасти Алису, освободить ее и других девушек, которые заточены в шкатулке, и, скорее всего, заточила их туда плачущая женщина Лайорона. Это демон, очень сильный, ребята, я не знаю. Кстати, меня еще снимает мой оператор Дима. Всем привет. И я не знаю, когда мы дойдем до того, чтобы сразиться с Лайороной. Кстати, чтобы с ней сразиться, нам еще нужно отыскать доску духа. Нам еще нужно отыскать книгу духов. В общем, ребята, впереди очень много интересного. Если вы хотите смотреть все с самого начала, зайдите. У меня на канале есть плейлист. Называется он Лайорона. Как раз как вот эту вот ведьму, плачущую женщину. И прямо сейчас мы попробуем. Короче, ребята, я сейчас иду, и они начинают сами по себе звон делать. И я уже слышу какие-то голоса со стороны озера. Вот сейчас мы спускаемся, Дим. Так а где здесь озеро? Смотри, сейчас мы спустимся туда вниз. Там сразу будет озеро. Этому озеру уже более 1000 лет. И знаешь, здесь очень много утонуло людей, детей, душ. В общем, очень страшное, жуткое место. Я в детстве здесь была. Посмотри, тут даже какие-то остались, как надгробные вот эти вот камни. Скорее всего, даже когда-то здесь было кладбище. И все это, ну, стекало в это озеро. И такая энергетика сложилась. И почему говорят, что там часто стали видеть русалок? Потому что, ну, на это место перестали ходить люди купаться. И стали приходить рыбаки ловить рыбу. И, ну, как бы зачастую эти рыбаки уже, ну, не возвращались. А все мы прекрасно знаем, что русалки и сирены, они своим красивым голосом, пением, они поют, и, допустим, какой-то моряк поет, рыбак, и они его похищают, то есть уносят на глубину и сжирают. Это на самом деле очень-очень все очень страшные вещи, ребят. Короче говоря... Ты слышишь? Что это такое? Смотри. Там дверь скрипит, там кто-то есть. Пошли проверим, что это такое. Слушаем. Короче, ребята, в общем, у меня вот здесь вот эти музыкальные штуки. Я, короче, хочу попробовать сейчас и ими позвенеть. Возможно, оставить. Вдруг приплывет сирена, наладить какой-то контакт. Я не знаю, но сделать хоть что-то, чтобы выменить эти музыкальные шары на третью куклу. Она сама, Дим, она сама открывается и закрывается, Дим. Черт. Ребят, короче, это реально уже какой-то трыщ. Гадя, что ты боишься? Тут всего-навсего дверки. Да,
Возможно, это дверки. Блин, реально очень страшное место. Просто, я не знаю, у меня поджилки трясутся, у меня мурашки по всему телу. Еще, блин, очень сильный ветер поднялся просто. Везде мерещатся какие-то, я не знаю, какие-то страшные вещи. Видите, как все пустует? Здесь просто, ну, когда люди отдыхали, было вот все для того, чтобы люди отдыхали. Но после этих нескольких случаев просто здесь вообще уже никого нет. Пустота и мрак. Так, очень близко, Дим, прошу тебя не подходить. Можешь понять, где? Они боятся шума. Нужно очень делать все тихо. Я думаю, что... Итак, ребят, я прямо сейчас здесь оставлю музыкальные вот эти шары. Я немножко ими поиграю, Дим, давай. Ты хочешь его призвать сюда? Да, да, музыкой, красивой музыкой. Хочешь? Я хочу заманить сюда русалок. Привет! Что тебе нужно? Не бойся меня! Я не хочу тебя обидеть! Видишь? Это я принесла тебе! Что тебе нужно? Мне нужен скелет! Кукла! Которая у тебя есть! Зачем она тебе? Смотри, ведь у меня есть музыкальные, волшебные, мистические шары, которые вы так любите! Я прошу тебя об обмене. Я тебе их, а ты мне куклу. Хорошо, я приму твой дар. Подожди меня здесь. Хорошо. Дима, слушай. Оставляем шарики здесь, Дима. Сейчас уходим. Она должна забрать шары и принести сюда куклу. Понял? Все. Ребята, сейчас мы отойдем немного вот туда, чтобы сирена могла подплыть ближе и забрать дар, который мы отдаем ей, и принести нам куклу, которая нам нужна. Ребят, прошло уже 20 минут. Я думаю, что можно уже проверить. Вы знаете, сирены, они очень такие существа пугливые. И то, что они пошли с нами на эту сделку, это говорит только о том, что они, скорее всего, сами боятся Лайроны. Ведь они знают, кто она такая. Они отдали мне куклу и дали мне шанс на то, чтобы я победила Лайрону. Смотри, третья кукла. Она забрала мистические шары и оставила куклу. Идем. Черт, это что? Это кукла, это мертвая невеста. Смотри. Очень ужасно, я очень боюсь. Не знаю, как... Блин, она нереально, жесть какая страшная вообще. Это какая-то невеста, мертвый скелет мертвой невесты. Эта кукла вообще жесть.
посмотри, слушай, вообще она такая страшная, нам нужно ее забрать с собой. Не боишься, она на тебя нападет? Я боюсь, мне страшно, еще, блин, ты под руку мне говоришь, с ума сошел? Блин, Дим, зачем ты мне под руку говоришь? Что это? Ирина, это что, кровь? Я не знаю. Это от нее. Это от этой куклы. Она тебя укусила. Нет, у меня ничего нет. Это просто я дотронулась и растеклась какая-то красная фигня, блин. Просто жесть какая-то. Ирина, это кровь, я тебе говорю. Черт. Мне уже плевать, что это такое. Я должна отыскать 6 кукол. Ровно 6 кукол. И скорее отыскать 7-й ключ. Ребята, вот и наконец мы отыскали 3-ю куклу. И мы уже еще на один шаг ближе к тому, чтобы освободить Алису и спасти ее от Лайроны. Что это за звук? Что это за звук? Ирина, что происходит? Куклу! Дима! Черт, она утонет! Нам нельзя это все так оставить, Дим! Черт, надо что-то делать! Дима, палку, я не знаю, что у них. Ирина, ты с ума сошла? Куда ты собралась? Блин, мы должны идти! Дима! Черт! Я должна ее достать! Я не знаю, какая-то невиданная сила просто заставила меня туда ее выбросить. Я не знаю, куда она волнит. Дим, мне холодно. Поехали скорее. Блин, пошли. Черт, люди были правы. В этом озере кто-то есть. Какое-то зловещее зло. Это не только сирены. Кто-то просто отнял прямо из рук у меня эту куклу. Мне пришлось залазить в это проклятое озеро. Я не знаю, что теперь будет со мной. У меня очень сильно болят ноги. Нужно убираться отсюда. Ирина, смотри, у тебя нога сломана. Очень больно. Что-то под коленкой. Что-то под коленкой больно вот здесь. Меня это место как будто бы не отпускает. Она меня как будто бы не отпускает. Как будто бы не отпускает. Что-то больно везде. Черт, ты. Это проклятый. Дим, меня тошнит. Сейчас вырвет, подержи. Ирина, что происходит? Ой, мне кажется, я блюю кровью. Черт, не может быть. Смотри, кровь накапала, как будто это скелет. Черт, черт. Я хочу поскорее убраться отсюда. Увези меня отсюда, пожалуйста. Забери меня, что это? Забери меня. Все, сейчас мы уезжаем уже. Сейчас я машину подгоню, все. Кто здесь? Забери меня, Дима! Забери меня! Забери меня, Дима! Забери меня отсюда! Забери меня! 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 Я слежу за тобой, я наблюдаю за тобой. Пусть 3 куклы, но я достану тебя. Тебе не победить Лайорону. Блин, Дим, Лайорона вселяется в меня. Она заставляет меня плакать и бояться. Это была она. Все, что она сделала. Это со мной сделала она.
Ребята, короче, мы отправляемся на поиски четвертой куклы. Если вы хотите увидеть это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. И, ребята, смотрите спойлер к следующему новому видео у меня на странице в Инстаграм, нижнее подчеркивание, Ирина Ясинская. Я вас там всех жду. До новых встреч и страшного вам просмотра.